Всем привет! Это канал Канадакарс, автомобили из Канады и всех стран мира. Меня зовут Алекс, и сегодня мы хотим показать, как мы продаем на внутреннем рынке Канады наши автомобили. Значит, продаем мы их, как правило, в кредит. Местные покупатели очень быстро покупают, несмотря даже на цены высокие на автомобили. Вы видите, сами цены повысились на всех рынках. Машины стали дороже, машины стали на самом деле реже. Сложнее приобрести, и, естественно, это все влечет повышение цен. Соответственно, местный клиент, он не смотрит особо на цену, потому что он платит в кредит ежемесячно, просто, скажем так, со своей зарплаты. Его интересует, какая сумма будет в месяц выплачиваться в этот кредит. Да? То есть вот эта Audi Q7 2015 года, она была на нашем сайте. Все поступления, скажем так, то, что у нас есть в автосалоне, вы можете видеть на нашем сайте. Просто заходите в авто в наличии и смотрите. Мы продаем на внутреннем рынке. Логистику также мы можем сделать в какую-то страну, если вам это надо. Ну, конечно, сейчас больше акцент на внутреннем рынке Канады. Значит, кредиты выдаем, ну, скажем так, не мы выдаем, а есть организации, партнеры, которые выдают кредиты для наших клиентов на автомобиле. То есть кредиты выдаются первый, второй, третий шанс. Кредиты выдаются банкротством даже. Людям, которые банкротство прошли, кредиты выдаются ньюкамерам, которые только приехали, не имеют никакой истории. То есть для всех выдаем кредиты, поэтому обращайтесь, мы вам поможем, скажем так, с нашего автосалона купить любой автомобиль, который у нас есть в наличии, естественно. А если нет, мы что-то для вас, в принципе, все равно предложим или найдем, или, ну, скажем так, мы продаем машины на внутреннем рынке не под заказ, а то, что у нас есть в наличии. Но если чего-то нету, мы именно под вас можем что-то подобрать, сделать, подготовить машину, подготовить с гарантией, потому что мы даем гарантию 30 дней на внутреннем рынке. Иногда бывают нюансы, когда, скажем так, мы можем предоставить больше гарантию. Ну, в общем, вот так. Давайте я вам сейчас покажу ее быстренько, и клиент на ней уезжает. Все, выдаем эту машину, делаем деливери, и клиент ее забирает, уезжает. Многодетная семья из трех, там, папа, мама и трое детей. Ну, давайте я вам быстренько ее покажу, и побежали. Так, вот она наша красавица, Audi Q7 S-Line 2015 года с панорамной крышей, она стоит заведена, это турбодизель, на этом рынке тоже очень сильно ценят турбодизельные машины, топливо стало дорогое, кстати, топливо на такой автомобиль сегодня стоит немаленьких денег, я вам покажу ее под капотом, значит, топливо стоит по 2 доллара, по-моему, 70 центов за 1 литр дизеля. Дорого. К сожалению, топливо очень подорожало в цене. Мотор работает, видите, просто изумительно. Состояние машины супер. Полный привод. Машина шикарная на самом деле, семиместная. И очень мало потребляет. Вот если показать вам расход этой машины, то... ну, наверное, надо дверь закрыть. Сейчас я дверь закрою, покажу вам. Вот видите, машина стоит, работает 9 литров на 100 километров. Причем это мы проехались по магистрали на этой машине, и там, и здесь. То есть машина реально погоняла, покаталась, все такое. Вот, смотрите, панорамная крыша, кожа, очень хорошее состояние кожи. Подогрев спереди, сзади, подогрев руля. То есть я бегло вам показываю, что эта машина из себя представляет. Подготавливаем их для внутреннего рынка, смотрите, что мы обязаны делать. Тормоза обязательно менять или делать, по крайней мере, инспекцию тормозов. Масло поменено, фильтра новые все, причем и топливные, все фильтра новые. Ну, скажем так, мы должны давать гарантию на этом рынке, и люди беспроблемно ездят на наших автомобилях вообще без всяких, скажем так, нюансов. И годы. А обслуживают они эти машины... Ну, в принципе, мы можем дать постгарантийное обслуживание, чтобы к нам приезжали. В нашем же сервисе, вот у нас тут есть собственный сервис через стенку, где мы производим какие-то ремонтные работы, имеется в виду мелкие, ну, масла, обслуживание, там, да, фильтра, колодки, резину поменять можем там. Вот такие вот вещи. Ну, вот, собственно говоря, так это все выглядит и получается. Все, передаем уже машину эту клиенту,
и он уезжает. Клиент, кстати, из Монреаля. Вот. Будет уже ездить здесь по Монреалю эта машина. Потом мы делаем трейд-ин и принимаем обратно их там через год-два. Может, человек поездил, захочет что-то другое взять у нас. То есть, ну, как все обычные дилеры в Канаде. Ну, немножко необычные, потому что мы можем еще и кому-то продать и за границу, если кто-то хочет. Вот. И, в принципе, как правило, мы много разных спектр услуг предоставляем для наших клиентов. Ну все, человек поехал, забирает и уезжает.